письмо пишешь. А знаешь, когда мне мама делает? Куда ходили? Всех зовут на маскара. Закружились огни хоровода. Классик новогодний. Шел он по пустыне.
по жаркой, по заснеженной тайге, что за славные подарки он готовит для творец. Назар, здравствуй. Здравствуй, Славик, наш любимый. Главное, что я же не достаю. Самый. Вкусный, самый вкусный. Самый светлый. Самый интересный. Летный. Смотрите, снег летит. Он все сейчас запорошит. Покрытый полями пушистый снежком, пути ветру ледяный потоком, и цепи деревья блестят, как блестят, и чайки ленки ладоня. Помогите! Помогите! Помогите!
Мы белые снежинки, летим, 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 и тропинки мы все запорошим. Погрузимся на садок, холодный день зимы, и сядем тихо рядышком, да и с таким же, как мы. Танцуем на поляне. Ведем свой хоровод. Снегурочку встречаем, сейчас она придет. Здравствуйте, ребята, здравствуйте! Узнали меня? Да, да. Узнали? Точно, Снегурочка! Здравствуйте, мои подружки, белые снежинки! К вам из лесу я примчалась Новый год встречать! Будем вместе с вами дружно дедушку моего звать. Только вот, ребята, у нас беда приключилась. Дедушка Мороз потерял свой посох. Посох непростой, серебристый, волшебный, ледяной. Без него не сможем Новый год встречать. А вы поможете мне посох разыскать? Да! Поможете? Ой, а где же нам его искать? Все снегом замело, запорошило. Нигде не видно посоха, ребята, где же нам его найти? Посмотри, я слышу. Я себе стой веселый гном. Я живу в лесу густом. Мой красивый колпачок, и газ бедут на потек. Домики строят они домики. Жаль, они живут и танцуют в поле. Сочиняли сказки нам и студентам. Домики, маленькие домики. Приходите в мой дом, я ваш добрый гном. Нарядилась гномиком. Домиком, существует столиком, домиком. Я надену колпачок, сломаю среди сучок, и придут ко мне друзья, и скажу им я. Новенький.
отыскать дедушку. Снегурочки, посох Дедушки Мороза. Где же нам его искать? Помогите, пожалуйста, нету ли его тут посоха? Миша, сынок. Смотрите, посмотрите, может, найдете посох дедушки. Посмотрите. Тут нету. Тут нету? Нету? Миша, а что это за дерево? А слава совсем она ходя. Нарядная. Это елка вся в огнях, кусах золоченых. Сколько шариков висят на ветвях зеленых. Она стоит за ягодами, ягодки горят. Цветы и колокольчики на веточках цветят. Елочка красавица. Ты нам очень нравится. А кто я среди молитвы? Ищи ты не серебрист. Саша, мы все знаем. Мы все знаем. Столько света. Тепла. Юзеф. О, согрета. Ты нам радость принесла. Молодец. А посмотрите, пожалуйста, там за елочкой ничего не блестит, Миша. О, ничего там не блестит за елочкой. Ой, смотрите, ничего там не блестит. А ну-ка, смотрите, что это? Берем же это блестит. Посох девочки, помогайте. Смотрите, что это, Вилька? Это посох. Мы нашли посох. Давай, молодцы, теперь точно у нас получится настоящий праздник. Давай, через посох дедушки. Подержись, конечно. Ребят, скажите, пожалуйста, а кого же посох мы искали? Чей, вы помните? Точно, Дедушки Мороза. А вы знаете загадку про Дедушку Мороза? Кто знает такую загадку? Я. Ты что, правда знаешь такую загадку? Да. А ну-ка, загадаешь там? Он рисует ластики, звезды, пальмы, сальки. Говорят, он с погодой, а стоит как байки. Он спросит вас с тобой, а самые улыбаньки. Говорят, густое, а стоит как байки. Это кто, ребята? Дед Мороз! Дед Мороз, точно! А тебе-то, ты молодец, загадка хорошая. А теперь, ребята, чтобы появился Дедушка Мороз, нужно его, наверное, что сделать? Позвать! Точно, мои хорошие, поэтому сейчас встаем на ножки. Встаем. Подходите ко мне ближе, Так, сейчас все вместе громко зажмите. Да. Громко-прегромко зовем. Дед Мороз! Ребята, посмотрите, дедушка! Ребята, помогли мне найти твой волшебный посох! Теперь да. У нас точно получится самый настоящий Новый год! С Новым годом поздравляю! Всем здоровья вам желаю! Прошлый год у вас я был, никого не позабыл. А меня-то вы узнали? Точно, это Дед Мороз. Какой же я седой, но совсем как молодой. И готов пуститься в пляс хоть сейчас. Ребятки, будем веселиться с Дедушкой Морозом? Да, тогда первое новогоднее задание. Делаем кружочек. Умеете делать кружочек? А теперь? Так, ребятишки, скажите, пожалуйста, а кто из вас смелее, маленькие гномики или снежинки? Снежинки! Но мы сейчас проверим. Сейчас все красивые снежинки и белоснежки, как я понимаю, забегают под парашют. Вот туда под парашют. А мальчишки-гномики стоят. Гномики, сейчас мы с гномиками будем катать на парашюте снежинок.
А мои принцессы-снежинки, если вам совсем не страшно и вы не пугаетесь, то вы сможете под парашютом даже танцевать. Сможете танцевать? Да! Тогда поехали! Снегурочка! Снегурочка! А теперь ручки вверх! Скажи, Снегурочка, где мы? Есть! Ну что, снежинки, испугались? Нет! Не страшно? Я хочу! Тогда теперь забегают кто? Гномики! Точно, гномики! Забегаем гномики! А красавицы-снежинки держат парашютик! Я могу! Поехали, волны! На счет раз мы запускаем маленькую волночку, а на счет два побольше. А на счет три нужно будет, чтобы все стали на ножки, забежали под парашют, как под зонтик. А кто не стоп, только на счет три. А кто не успеет забежать под парашют, тот будет мокрая лягушка-квакушка. Поэтому нужно быть очень внимательным, договорились? Да. Поехали, на счет три забегаем. Раз. Два, три, забежали! Есть, получилось! Ручки! А теперь выходите и собирайте ручки с дедушкой! Как одна дружная команда! Давайте, давайте, все к дедушке! Свою ладошку большую! Вот так! А теперь вместе! Стоп, раз ты гномики успел, иди к нам в новогоднюю команду! Давай ручку! Сейчас, ждем на что-то! Давай! Итак, и теперь дружно скажем! Гирлянда! Громко! Гирлянда! Молодцы! Какие отважные ребята! Не боятся волшебных кустов! 15 секунд! Поторопитесь, кто же выиграет! Быстрее! И 10! 9! 8! 7! 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! А теперь иду проверять. Так, никто уже не бросает. Принцесса! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, хорошо. Так как девчонки бросали после команды стоп, выигрывают мальчишки. Но у девчонок есть шанс отыграться, конечно же. Сейчас мы поменяемся сторонами, потому что мне кажется, что эта сторона какая-то волшебная, поэтому не выиграли. Девчонки перебегают на сторону мальчишек, а мальчишки на сторону девчонок. Готовы еще раз? Да! Тогда на раз, два, три начинаем. Раз. Нет. Раз, два, три! Мама! 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 Мама!
и забежали! Скорей, скорей, скорей! Ничего себе! Вы что, дружные подружки, вдвоем поместились? А вы точно хорошо стоите? А если вас, например, ну, пощипает Снегурочка нормально? А если здесь Снегурочка кого-то за уши оттянет? Не получается, а тебя? Нет, а тебя я вообще за ноги сейчас тянуть буду. Убился, что ли? У кого в кармане суперклей? Признавайтесь, вы что, приклеились? А ну-ка, и ты за шапочку прям потянул. Ребят, вы как будто приклеились. Ладно, хорошо. Тогда усложняю вам задачу еще больше. Забираю еще один островочек. Все сходим, а движение будем повторять. За зелененьким гномиком ты готов показывать? А я! Да? Я а извините, пожалуйста, я не знала. И танцуем! Бегают глазки, ушки на макушке. И забежали! Давай быстрее! Дедушка, ты посмотри, они что, опять поместились? Так, хорошо, стоп! Все сошли! Я забираю у вас еще один островочек, а движение будем повторять, ну, наверное, за тобой. Давай, выходи. И поехали! Так, хорошо, поместились, ладно. Но сейчас я оставлю вам только два островочка. Вот это, и как вы справитесь на этот раз, мы сейчас посмотрим. Ага. А движение будем повторять за тем, кто громче всех хлопает. Кто громко хлопает? Ой, ты так старался хлопать, иди сюда, давай. Я сливка. Да, ты сливка? Да. Вот а это почему? Да. Ладно, будешь сливка. И танцуем! Alright, everything is half time. Try to sing a song that goes ding, ding, dong. There will be no sorrow when you sing tomorrow and you walk along with... Забежали! Невероятно! Вы что, все поместились? Так, а ну-ка, стоп! Все разошлись! Ребята, я сейчас оставляю для вас один островочек, но я вам хочу рассказать один секрет, можно? Еще никто не помещался на один островочек, поэтому вам придется очень постараться и очень крепко-крепко обниматься, а движением будем повторять, знаете как, за кем? Наверное, девочки будут повторять за тобой, да? А мальчики повторять за тобой будут, да? Вдвоем будете показывать? И танцуем! Загадку. Есть народная примета. Выпал снег, то ждите лето. Снега. Не путаешь, они нас ждали. Ребят, скажите, пожалуйста, а кто из вас здесь самый быстрый? Я. А кто самый красивый? Я. А кто самый умный? Я. А кто самый хороший? Я. А кто самый толстый? Я. Что вы такое говорите, ребят? Хорошо, а кто из вас самый гибкий?
неловкий, мы проверим прямо сейчас. Это будет препятствие из сосулек. Чего ты шаришь?
Снегурочки. Все скорее бегите в Снегурочки. Волшебство! Не волшебство! Ладошки! Ребята, а можно я вам расскажу секрет Снегурочки? Какой? А вот вы что пить любите? Я люблю чай. Компот любите? Да. И Снегурочка тоже очень любит компот. А я люблю поэтому чай. Сейчас поднимаем ручками и выключим компот. Коктейль, хорошо. Ладно, сели. Быстро, садимся. Так, внимательно все слушаем. Что на праздник Новый год зажигает весь народ? Это подарки. Что? Еще раз внимательно. Что? Подарки. Что на праздник Новый год зажигает гирлянды? Гирлянды. А где гирлянды висят? Гирлянды. А ну-ка, ребятишки, сели. Хорошо, зайцы сели. И скажите, пожалуйста, а вы знаете, что вешают на елку? Да. Наверное, свежую морковку. Нет. А картошку, репу. А планшет и ноутбук? Нет. Слушайте, а у вас такая елочка нарядная, просто дива, как нарядно и красиво. Но вот чего-то не хватает, да, дедушка? Она, конечно, очень красивая. А, друзья! Совсем не видно, вы заметили? Друзья мои, слушай внимательно. Что на елке загорелись новогодние огни? Давайте дружно скажем. Прошу родителей всех похлопать деткам, они сегодня молодцы, стараются.